В Твери появился посланник добрых вестей и заветных желаний. Увидеть его можно в притворе собора Вознесения Господня. Прямо на входе прихожан встречает кованый ангелочек с кудряшками, большими крыльями за спиной и сумкой, надпись на которой гласит «Почта ангела». Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Милый ангелок держит в руках сумку почтальона, куда можно положить свои записочки с добрыми пожеланиями. А также желание можно загадать, потерев скульптуре носик или пяточку. А верят ли в такие чудеса тверичане, узнаем на улице города. Верю. Верю в чудо новогоднее, предновогоднее. Все бывает. Должно быть. Верю. Обязательно, конечно. Ну, можно загадать, кинуть записочку. Обязательно можно. А вы кидали, нет? Еще нет, но обязательно кину. Загадываю желание под Рождество, да. Дети загадывают. Очень верю. У меня сейчас автобус придет. Это чудо. Это классно. Большинство тверичан все же верят в чудо. И мы, телекомпания «Тверской проспект», не будем отставать. И тоже положим свою записочку с добрыми пожеланиями.